Джин? Давай его выбросим. Нет! Ура! Приехали! Отличная погода. Хорошо, что именно сегодня решили выбраться на пикник. Да, согласен с тобой. Дети хоть про телефоны забудут. Подача с левой. Нокаут. Тим, смотри, я сделала кораблик. Скучно. Телефоны забрали, а приключений никаких нет. Тим, не унывай. Может, сейчас русалок каких-то встретим? Каких русалок, Маша? Книжек, что ли, перечитала? Вот бы клад найти. А ты, видать, «Пираты Карибского моря» пересмотрел. Какой здесь клад? Тима, Маша, что вы там ссоритесь? Не знаете, куда энергию деть? Нате, в мяч поиграйте. Ну что, Тима, играем в волейбол? Спорим, я тебя выиграю? Да, конечно, даже не надейся. Ура, Тима проиграл! Это тебе повезло, сейчас ты будешь бегать за мячом. Родителям покажем. Что? Ничего себе! Где ты это нашел? Да это, наверное, отдыхающие забыли. Да нет! Она такая старая, вряд ли такое из туристов кто-то будет возить. Тим, оставь ее, где взял? Кстати, там что-то есть. И мы должны узнать, что там. Ладно, идите открывайте, а то от любопытства еще ночью не заснете. Ого, не поддается. Заржавел, наверное. И дерево такое старое. Интересно, сколько этому сундуку лет? Да что ж он не открывается? Это джин из сундука? Тише! Он пытается что-то сказать. Ты кто такой? Джин? Приветствую вас. Я дух времени, много видел, но еще больше слышал. Дух времени? И долго ты пробыл в этом сундуке? Очень долго. Давно мирами я скитаюсь, тайну открыть вам пытаюсь. В этой шкатулке камень возьмите и ключ к загадкам скорее обретите. Прикольная вещица. А в чем связь между этим камнем и тем существом? Он же сказал, что это ключ к тайне. Дети, что там у вас интересного? Да вот тут камень, загадки. Хватит играть в агентов секретных материалов, давайте домой ехать. Да, сейчас идем.
Маша, мы на пороге важного открытия. Тима, Маша, вы все забрали? Да, я сундук положил уже в багажник. Кто б сомневался, тянешь в дом всякую ерунду. Что такое с машиной, не могу понять. Не поняла, а почему мы остановились? Может, бензин закончился? Да нет, я вчера полный бак заправил, не может быть. Странно все это. Не могу понять, что такое. Смотрите, дым идет! Это что такое? Камень горячий! Это он мешает машине завестись! Давай его выбросим. Ладно, попытаемся его изолировать. У меня здесь есть фольга. Сейчас мы его замотаем. Я думаю, это нам поможет. Не могу понять, кто он, дух времени. Не знаю. И почему камень мешал ехать машине? В чем же его сила? И загадки нам надо какие-то разгадать. Но какие? Может, опять попробовать его открыть? Ничего не произошло. И камень не горячий. Ладно, давай спать. Может, завтра заработает. Спокойной ночи, Тим. Спокойной ночи. Где мой телефон? Что это было? Завтра Маше покажу. Значит, мне не приснилось. Сегодня будет чем удивить Машу. Маша! Доброе утро. Привет. Ты что, не выспалась? Ага. Вчера долго не могла заснуть. Все думала. О загадочном сундуке, камне. А хочешь, я тебе расскажу такое, из-за чего ты точно взбодришься? Ну, давай, рассказывай. Короче, вчера ночью я тоже не мог долго заснуть. В голове крутились разные мысли о духе времени и о нашей находке. В комнате было очень темно. Ну, вдруг... Чай попьешь, давай рассказывай. Но вдруг в комнате стало светло.
Луч света отражался на потолке. И вдруг я вверху увидел карту. Карту? Да, загадочную карту с какими-то знаками. Но как ты можешь доказать, что это было все в действительности? Я успел это все сфотографировать. Вот, смотри. Вау, реально какая-то необычная карта. Но что она обозначает? А вот сейчас мы это и узнаем. Google, картинки, поиск. Ну что там? Странно, в интернете нету даже подобной информации. И что делать? Искать инфу в других источниках. В каких, например? Думаю, надо пойти в библиотеку. Возможно, в каких-то старых книгах мы найдем подсказку. Точно! Так, доедаем бутерброды и бежим в библиотеку. Тим, ты идешь? Да, уже бегу. А зачем тебе рюкзак? Взял на всякий случай сундук с камнем. Дети, а куда это вы собрались с утра пораньше? Мы в библиотеку. Что? Я правильно поняла? Мне не послышалось? В библиотеку? Да, там по школьной программе задали. Свершилось! Наконец-то вы решили почитать книги. Пока, мам! Вот чудеса! То не заставишь книжку в руки взять, а тут сами в библиотеку побежали. Странно, никого нет. Может, сами попробуем найти нужные книги? Да, давай попробуем. Нет, не думаю, что мы в этой книге что-то найдем. Надо более старую, может, энциклопедию какую-то. Тогда... Нам надо пройти в книгохранилище. Ну да, идем. Вообще не то. Тут вообще есть нужная книга? Кто здесь? Маша, это у тебя что-то упало? Нет, я ничего не роняла. Странно, книга сама по себе упала. Наверное, мы полку раскачали. Надо аккуратней. Наверное. О, Маша, смотри, шкатулка открылась. Вы на верном пути. Подсказки должны непременно найти, но будьте осторожны, не привлеките беды. Кажется, наши приключения набирают обороты. Ага, но о какой опасности хотел предупредить дух времени? Здравствуйте, дети! Здравствуйте!
Что вы ищете? Может, вам помочь? Да, нам нужна ваша помощь. Есть ли у вас книга по астрономии? Нам нужно найти вот такую карту или символы. Вы знаете, я видела подобную картинку вон на том стеллаже. Ольвия! Да, Ольвия, это очень старинное и загадочное место. Маш, смотри! Знакомый предмет. А ну прочитай, что там написано? Раздел «Фантастика». Ольвия таинственным образом связана с планетой Иония. Однажды ионикийцы полетели к планете Земля, но их корабль потерпел крушение. Так может, наш камень от инопланетян и может привести нас к нужному месту. И кажется, это место Ольвия. Согласна с тобой. Кажется, мы узнали то, что хотели. Можете, пожалуйста, нам дать эту книгу? Ну, конечно. Сейчас я ее запишу в ваш формуляр. О, дети! Ну, как сходили в библиотеку? Какие книги прочитали? Ой, мама, мы узнали кое-что интересное. Ого! А ну, пошлите, расскажите, мне уже интересно. Мам, помнишь тот сундук, который мы нашли, и камень в нем? Так вот, этот камень с планеты Иония. Иония? Не слышала о такой. Это точная информация? Или вы фантастический роман прочитали? Это правда. При раскопках были найдены такие же камни в точь-в-точь, как наш. Да и дух времени врать не будет. Кто? Дух в сундуке живет. Он нас предупредил, что нужно быть осторожными. Вижу, покой нам только снится. Это ж надо столько фантастики было прочитать. Мама, это все в реальности. Мы все выяснили. И камень, и звездная карта указали на древние раскопки в Ольвии. Мы хотим поехать туда и все выяснить. Ну ладно, чисто для экскурсий и широкого кругозора можно и поехать. Ура! А сейчас делать уроки. Вечер на дворе. Опять не могу заснуть. Тараканы в голове. А что если музыку послушать? Под нее можно и заснуть. Ничего не найдете. Не туда вы повернете. Долго искать будете. И вопросы позабудете. Идите завтракать. Доброе утро. Доброе. Так, мы собираемся? Смотря куда. В смысле куда? Мы же собирались ехать на поиски инопланетян в Ольвию. Ольвию? Тима, что ты придумал? Мы сегодня идем с Машей на шопинг. Если хочешь, поехали вместе с нами. Что-то себе интересное купишь. Вы меня разыгрываете, что ли? Тим, ты что, не выспался? Никто тебя не разыгрывает. Странно, что-то здесь не так. Сейчас проверю. Мам, а куда мы вчера с Машей ходили? Да никуда не ходили, вчера же дождь был. Вы целый день дома просидели. Да, от дождя-то уже неделю не было. Маш, а кто такие ионикийцы?
откуда знаю. Наверное, персонажи твоей компьютерной игры. Что-то здесь не так. Наверное, ночью что-то случилось. Дух времени, хорошо, что ты здесь. Почему мама и Маша ничего не помнят? Это дух забвения. Он стер память у всех, кто его слышал. Ну, конечно! Я же в наушниках был. И что теперь делать? Нимо-бе-нимо, память вернись и все как прежде закрутись. Тима, ну ты где? Мы едем в Ольвию? Ура! Все вернулось! Что вернулось? По дороге расскажу. Кажется, пришли. Главное, чтобы дух забвения не добрался сюда. Не могу понять, почему дух забвения решил нам помешать. Ну, может, не все тайны должны быть разгаданы. Но я чувствую, что дух забвения даст о себе знать. Тим, ну что мы здесь ищем? Сам не знаю, какой-то клад планеты Иония. Предлагаю всем разойтись в разные стороны и искать что-то необычное. Так дело быстрее намного пойдет. Да, я с тобой согласен. Маша обследует эту сторону. Папа идет сюда, а мы с мамой туда и туда. Вот напористая семейка. Ничего у вас не получится. Я призываю своих помощников. Эй, несчастный душок, не торопись. Уже несколько тысячелетий мешаешь открыть тайну. Ищите любую емкость. Эниме, бэниме, фром. Дух забвения, вот твой дом. Дух забвения превратился в прах. Но что дальше? Мы так ничего и не узнали. Давайте все пристально рассмотрим. Кажется, камень нагревается. Ах! Тима, клади его сюда. Приветствуем вас, жители Земли. Наконец-то вам удалось открыть наш портал в параллельную вселенную. Мы, жители планеты Иония, потерпели здесь крушение миллиарды лет назад. От безвыходности построили город, но дух забвения разрушил его. Мы были вынуждены скитаться между двумя миров. Но теперь этот камень вырабатывает специальную энергию, которая поможет нам отправиться в свою вселенную. Или выполнит ваше одно желание. Хочу, чтобы вы обрели свой дом. Вот это да! Тима, а почему ты не выбрал желание? Круто, когда ты дома и у тебя есть семья. Ну что ж, тайну разгадали. Пора ехать домой.